Honor V20 – последняя утечка перед сегодняшним анонсом. Сегодня должен состояться анонс смартфона Honor V20, о котором известно уже довольно многое. Но перед самым анонсом состоялась еще одна утечка рекламного постера, на котором подтверждаются внешний вид, ключевые характеристики и доступные цвета устройства. Смартфон будет доступен как минимум в трех цветовых решениях. Дактилоскопический датчик у него располагается на задней панели. Компоновка блока основной камеры является довольно нестандартной по современным меркам. Фронтальная панель подтверждает, что смартфон получит дисплей типа Samsung Infinity O с круглым вырезом под фронтальную камеру. На постере подтверждается наличие однокристальной системы Kirin 980, основного датчика изображения разрешением 48 мп и поддержка технологии Link Turbo, которая позволяет одновременно задействовать Wi-Fi и мобильную сеть для загрузки данных на максимальной скорости. Цена смартфона составит от $405 за младшую версию с 6 ГБ ОЗУ.